Здорово, народ! Заехал вот сегодня на участок, заехал на свою стройку забрать некоторые инструменты. Вот сейчас сижу в бытовке, писал для вас видосик. Видосик, наверное, выйдет после бложек, после вот этого. И сейчас немножко расскажу, что же в середине января происходит на участке, вообще на стройке. И расскажу немножко о событиях. Сейчас я тут немножко закрою, потому что надо уже ехать домой. Вот так вот у меня бытовочка сейчас выглядит во время зимовки, так сказать. Бардачок небольшой. Пол только включил, 7 градусов нагрелось немножко. Потому как электричество здесь выключают, и у вот этого вот контроллера есть такая фишка, что когда выключают электричество, потом включают, он сам потом не включается. Поэтому здесь дубак такой вот. Так. Забрал некоторые инструменты. Это вот привез остатки мебели с родительской квартиры. Возможно, потом в гараже что-нибудь из этого соберу. Так. Снега очень много. Вот чтобы заехать на участок, пришлось вот так вот там все возле ворот расчистить. Здесь вот тропинку такую вот расчистил. Так, надо, наверное, закрыть дверь. Так, ключи. Где мои ключи? Ключи. Пришлось тут раскапывать все. Вот не знаю, насколько вам будет видно. Лопату я с собой для снега не взял. Пришлось достать фискас из гаража. Вот так вот докапываться до туалета. И вот так вот до машины копал. Сейчас. Снега куча, наверное. Ну, не сказать, чтобы прям очень много. Но вот там вот торчат ножки от ванны, которую я привез осенью с родительской квартиры. Ну вот можно оценить, сантиметров 40, наверное, здесь есть. Вот там вот даже вот, наверное, поболее. На крыше, вот на этих скатах лежит снег. На самом верху тоже лежит снег. Как ни странно. Столько вот у нас снега тут навалило за 3 месяца. Вот если посмотреть на дорогу, вот это вот я сегодня все раскапывал, чтобы вот просто на участок заехать. Раскидал тут снег, раскопал. Благо хорошо тут трактором чистили. Как в прошлый раз, то вот здесь вот прям у меня такой ров был. Ой, не ров, а этот как его. Здесь прям вот такая гора была здоровенная. И чтобы даже заехать на участок, надо было ее все раздолбить. Я все это раздолбил. Ну вот сейчас навалило всего лишь чуть-чуть снега. По весне, правда, 100% опять поплыву. Что сделать с водой, пока точно не решил, но 100%. Вот здесь вот буду копать траншею и закапывать туда дренажную трубу. Значит, пойдет она у меня вот туда, вдоль забора и вот сюда. Чтобы вода, которая будет сверху стекать с крыши, скапливалась у меня по трубам и уходила в дренаж. А вот уже дренаж из-под фундамента я буду делать отсюда. И вот через центр участка, колодец там будет еще один, и вот туда наискосок. Ну и возможно где-нибудь вот здесь вот. Ну а у нас вот так вот пришлось покопать. Ну давайте, наверное, посмотрим, что там внутри гаража.
что на крыше происходит. Вот, света, к сожалению, нету. Я не стал его включать, чтобы потом обратно не возвращаться. Ну, а здесь, в принципе, все вот так вот. Окна завешены, двери. Самое интересное, нету снега здесь. И это, наверное, хорошо. Значит, что... Ну, вот там вот небольшая дырка, но когда поставлю окна, думаю, эта проблема решится. Так, давайте поднимемся наверх. Я вот здесь вот открыл уже ОСП. Ветрище, конечно, дует. Нормальный такой. Итак, лежит снег. Вот из тех, значит, дырок надувает, конечно, наметает здесь снега на леса. Вот там такая же ситуация. Но там вот сверху закрыта вот эта вот штука. Тентом таким старым. Здесь все нормально. Потом что? Здесь вот, видимо, отсюда ветра нету, поэтому здесь снега, ну, он прям совсем минимум. А метет в основном вот отсюда. Здесь вот сугробы лежат уже. И вот отсюда вот. Здесь вот снег все-таки есть. Ну, вот здесь вот тоже, когда крепили, вот такие вот дыры. И отсюда тоже слегка наметает. Но самое главное, что это лед. Вот у меня здесь арматура лежит, которая осталась. И она практически вся скрыта льдом. Вот я ногой сейчас ввожу, и я прям даже ее не чувствую. Соответственно, здесь сантиметра 3-4 воды. Когда все это по весне начнет таять, здесь будет столько водища. Я прям даже не знаю, что с этим и делать будет. Ну а так, что здесь, ничего не изменилось за... Сколько? За 3 недели, наверное. Сколько меня здесь не было. В общем, сейчас-то я, собственно, занят на ремонте. Надо доделать ремонт на родительской квартире. Закончить там все уже. Чтобы освободилось у меня... место, пространство, так сказать, и сделаю для вас обязательно несколько стримов, как только у меня освободится комната. То есть я перееду в отдельную комнату от детей и буду для вас стримить. Буду вам рассказывать, возможно, какие-то хитрости строительные, отвечать на ваши вопросы. Значит, вся информация будет в группе ВКонтакте. Кому интересно, подписывайтесь. Оцените видос, такой бложик. Ну и пока, скоро увидимся.